на СНГ-регионе стартует 8-й сезон боевого пропуска. Он будет несколько отличаться от всех предыдущих, ведь для игроков СНГ-сервера среди прочих наград появляется еще больше бон и свободный опыт. Сезон уже по традиции разделен на три главы. Чтобы начать прохождение одной из них, следует выбрать понравившуюся главу. Как и в прошлом сезоне, после этого можно активировать другую главу. Первая будет поставлена на паузу с сохранением прогресса. За прохождение каждой главы вас ждет уникальный член экипажа. И в этом сезоне состав полностью женский. Командиры Алла Саковская, Жизель Ардане и Эйприл Орил обладают нулевым навыком «Боевое братство», а также опытом для прокачки еще двух навыков. Кроме того, им можно выбрать нацию, машину и специализацию. Для прохождения боевого пропуска следует зарабатывать очки. Получить их можно в случайных боях, на линии фронта, в стальном охотнике, режиме разведка боем или за выполнение ежедневных боевых задач. В случайных боях, как обычно, доступна любая техника, начиная с 6 уровня. Ключевая же техника сезона — объект 430У, Е100 и СТБ-1 принесут вам еще больше очков. Главным изменением сезона станут награды. В рамках базовых наград вас, как всегда, ждут кредиты, личные резервы, предбоевые инструкции, фрагменты универсальных чертежей, учебные материалы, дни танкового премиум-аккаунта, боны и впервые свободный опыт. Кроме того, за прохождение 50-го этапа каждой главы вам откроется цепочка простых боевых задач. За каждую цепочку вы сможете получить дополнительную 1000 бон, а всего за весь сезон вы можете заработать аж 7350 бон, которые можно потратить на оборудование, танки и другие товары в боновом магазине. Улучшенный пропуск даст вам возможность заработать слоты в ангаре, декали, персональные учебные пособия, фрагменты национальных чертежей для любой нации и штатное и трофейное оборудование на выбор. Также и в базовых, и в улучшенных наградах вас ждут жетоны. Их можно копить и тратить в течение всего 2022 года. А обменять жетоны можно на игровое имущество или редкие машины. Например, в этом сезоне впервые можно будет приобрести британский средний танк с барабаном и хэш-фугасами «Кобру». После финальной настройки ее характеристики приятно улучшились, а потому не упустите свой шанс. Помните, что очки боевого пропуска можно накапливать в течение сезона и после завершения всех глав. Главное, не забудьте их потратить до окончания сезона в магазине. 8-й сезон боевого пропуска начинается. Играйте, побеждайте, зарабатывайте боны, жетоны и свободный опыт. Удачи, танкисты!